На рыбалке подарил мужчина на севере. На рыбалке на подарил? На рыбалке, о, да. На севере рыбу ловили, краб ушел. Вместе ловили, и что он говорит? Ну, ничего зачем не говорит, подарил? Просто так. Ну, больше нечего было подарить, знак признательности. Ну, что-то дешево у нас оценил. Так я же не его была женщина, просто были в одной компании. А что-то не стоит. Ничего не стоит, да? Это не настоящее. Ну, все. Даже не серебро. Даже не серебро это? 30 рублей оно стоит. Господи, ну все. Спасибо большое. До свидания. Здравствуйте. А бумажные тоже, да, посмотрите? Покажите, что там у вас, я вам расскажу. Что к чему? Вот это 3000 в таком состоянии, 1500, и это тоже 1000. Мне это не надо. Я поняла, мне просто предлагали за 6500. Мне даже это даром не надо, я вам просто сказал, сколько она стоит. Серьезно, я понимаю, хорошо. Что за у вас там эти махинации, это не хочу знать. Так, а получилось 3500, да? Так стоит. Угу. Так, хорошо, а вот такие? 4000. Это 4000, да? Хорошо. Стоит. Испорченная, так 1500 стоит. Ну, а если не так? Ну, 2500, наверное, дадут. 2500. А это 4, да? Да. Так, хорошо. А вот это что-то? Нет? Хорошо. А вот это? Да. Ну, это покушать они стоили фунта. Хотя не старые, но все равно меняют. А где? У вас нет? Вы это нет? Туда возят, и там нет. А, то есть, я думала, что вы принимаете. Нет, я ничего не принимаю. А, вы ничего? А как тогда написано? Идет по приему монет от населения. И? На комиссию, мне это не надо. А, то есть на комиссию это еще выставляется? Да. Все ясно. Этого добра хватает. Все, поняла. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания.